В администрации округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений ведомств доложили об итогах проделанной работы. На минувшей неделе жители городского округа больше 1700 раз обращались за помощью в полицию. По результатам обращений возбуждено 39 уголовных дел, 34 раскрыто по горячим следам. Готовимся к первомайским праздникам, уже готовится расстановка, там к вербному воскресенью, Красной Горке и Пасхи, то есть идет подготовка личного состава, усиленный вариант внесения службы в майские праздники. В конце марта в Кленском зале расчетного центра управления МособлЕРЦ по адресу Октябрьский проспект, дом 5, установлен дополнительный компьютер. С его помощью можно оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии. Для этого достаточно иметь при себе банковскую карту и знать номер лицевого счета. Специалисты расчетного центра проконсультируют по процедуре оплаты или регистрации в личном кабинете. Помогут корректно ввести все необходимые данные. Это вот для наших граждан, бабушек, более зрелого возраста. Такая функция сейчас установлена. На минувшей неделе с городских улиц вывезено 100 кубометров мусора. Во время совещания глава округа поручил основной акцент сделать на наведении порядка на территориях поселений. У нас много всего, но две позиции. Наведение порядка на территории в плане мусора, сбора его, вывоза и ямы на дорогах. На дорогах, на дворовых территориях. Понятно, что в одночасье сделать ямочный ремонт невозможно, потому что дороги вот разбиты, всегда весной у нас такие есть проблемы. Поэтому режим работы, по сути, в этом плане круглосуточный. Из-за плотности движения автомобильного транспорта принято решение ремонтные работы на Октябрьском проспекте, Зенинском и Егорьевском шоссе проводить в ночное время. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.